Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет ролик. Вот у Димы есть задача. Куда вы собираетесь ехать? В эмиграцию. В эмиграцию. То есть ребятам нужно поставить штампик в паспорт. Но так как мы не ищем простых путей, мы едем в эмиграцию... На конях. На конях! Через джунгли. Вы когда-нибудь ездили для того, чтобы поставить штампик в паспорт на конях? Так вот, собственно, об этом будет видео. Но я туда не поеду, потому что у меня на лошадей аллергия, и я решил этот вариант пропесочить. В общем, я туда не еду, а еще я смотрю на погоду, которая у нас вот идет, и будет дождь, поэтому я ха-ха-ха. Два шанса не ехать. Это аллергия на коней и плохая погода. Ну что, вот теперь берем. Не, плохая погода не канает, у меня уже последний день сегодня, когда нужно поставить печать. А, на ночок. Ну, в общем, на конях в эмиграцию. Короче, погнали. Погнали. Короче, мы собрались на лошадях кататься, но погода... Где тот конь? Погода вот такая. Умные люди, вот. Умные и аллергичные до лошадей. Ненависть к дождю. Он еще не умный. Капец, вообще непонятно, что одевать в такую ситуацию. Он, может, твои уже руки прячет. А Маша молодец, Маша молодец. Конь. Машка, конь. У нее единственные штаны, как для коней. Специальные. Сказали, что погода подходящая. Поэтому мы все-таки... Да. Ой-ой-ой. His name is Comet. What's his name? Comet. Comet. А ты не будешь кормить? Comet. Comet. Это Comet. Комет. Тима Хумеш. Мне кажется, он какой-то маленький. Маленький. И этот худенький. Наш конь вот такого размера. Он не упадет? Да. Какой худенький. Он может идти суток трое. Носик розовый. Короче, руки отменяются. Можешь делать все, что хочешь руками. А, они без... Они без пределя в зубах. Они на недоустках. Ну вот у этой есть. Что это вот они для себя две лошади с узкой. Снимай, сейчас Дима падает с лошади на камеру. Давай. Давай, Дима. Контент, контент. Мне кажется, ты очень тяжелый. Я? Нет, я вообще легкий. А что, она прогнулась? Одна лошадка. Или он сам идет? Да, хочешь поедешь? Серенький. Гоша, ты далеко, только не это. Нет, а надо объяснить нам. To stop, you make... А, окей, окей. Ну, теперь я понимаю, как... Окей, окей. Мамочки. Тадобьен. Говорить надо вот так. Я могу управлять без рук. Самый крутой. Черт. Мне объяснили, что надо чуть-чуть за поводья назад тянуть и говорить «щ-щ-щ». И тогда, ну я не буду пока говорить, мы дышим в затылок. Вот так вот. Но она тогда останавливается чуть-чуть, соблюдает дистанцию. Смотри, по-моему, моя лошадь хочет вклиниться между вами. О, уже не хочет. Тут мы уже водоем перешли. Опять меня все обогнали. Ой, там такая дымка красивая спереди. Чуть-чуть это. Отзыв. Смотри, где это. Видишь? Ой, только не в какая. Черт. Мы уносимся вперед. Там еще и гром. Вот такая вот прогулка у нас начинается. Пока мы идем по дороге, но вроде как мы
будем идти куда-то по бездорожью и на водопады. К водопадам никто не готов, потому что погода не такая уж прям водопадная. О, можно подумать. Сейчас я вас догоню. Подгоняем. Ой, там машина. Давай сюда. Ой, мама. Остросюжетно. Мы теперь Санчо Панса и Дон Кихот. Ой-ой-ой. Смотри, какой грамотный знает. Ну, типа он знает дорогу. Я тут туда поехал. Ой, какие красивые. Смотри, смотри, как вот эта палка растет и цветет. Да вообще красота. А вот течет. Ой, а вот какой красивый. Блин. Шикарно. Счастливые растения. Даже палки в заборе счастливые. Слушай, мои что-то по дороге не как-то не нравится ему. По траве нравится. Ур-ур. Не-не, тебе сюда. Сюда. Давай. Да ну не туда. Смотри, он не хочет. Дима, дай ей пендаля. Ну все, Гоша, вот это кадр, вот это кадр. Я жду, она не будет ехать так. Ты. Мамочки. Офигеть. Вау. Ой, мамочки, слушай. Ядрен батон. Я, наверное, даже не знаю. Держаться надо двумя руками, может? Ебать. Боже мой! Блин, здесь хорошая новость, у них 4 на 2, они очень устойчивы. А, да? Чего? Куда заезжаю, ее лошадь ускоряется. Ты придержи ее сейчас, я тебя обойду. Нет, придержи, натяни поводья. Не, поводья натяни. А то я тебя сбоку не могу снять. А, это... Вперед наклонись, вперед наклонись. Вот это. Вообще. Да, так она там реально прыгнула аж. Я там прыгнула, да, прям так высоко. Да, 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 высоко. О, а дальше у нас будет вот такая дорога.
вдоль как бы склона. Аптека вот прямо по улице, вот ты увидишь там. Поставил печать в паспорт. Она вот налево пошла за то. Вам поставили печать в паспорт? Да. Все? Быстро? Просто? Да, в общем-то. Он через WhatsApp. А мы к вам подъедем сейчас. Он через WhatsApp, да, отправляет Спартану проверку и все. Чего ты не отправлял? Не отправлял? А, ну мы отходили в этот момент. А, у него WhatsApp, я смотрел, он через WhatsApp отправляет Спарта, ему пишет окей, и после этого он ставит печать. Поездка была супер, очень классно, попа болит, другие органы тоже немножко, походка соответствующая, но очень довольны, классно вообще. Нам повезло с погодой, погода была очень зажигательная такая, ни минуты покоя, никак не расслабиться. Тебе, Дима, понравилось? Да, вообще классно. А тебе, Маш? Да, ну, рекомендую. Гоша, смотри на Гошу. Я сейчас. Гош, как у тебя ноги? Ну вот, друзья, закончился еще очередной наш выпуск. Печати у ребят поставлены. Вы реально верите в то, что они ездили на конях в эмиграцию? Да или нет? Напишите, пожалуйста, комменты. Не забывайте проверить подписку, колокольчик, лайки. Ну и все, что нужно для того, чтобы канал развивался. До скорой встречи уже через несколько дней. Пока!